Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я стараюсь на уровне сложности божество победить за Швецию культурой, ну или туризмом, как вам лучше. Третья серия, спонсоры видят все серии сразу, так что становитесь спонсорами, а подписчики видят их по одной серии в день. И вот в прошлой серии мне объявила войну Венгрия, внезапно я вам обещал поискать в исторических источниках, были ли войны между Швецией и Венгрией. Вот прям чтобы войны, я бы сказал, что единственный вариант возможный — это 30-летняя война. Потому что... Но это в составе коалиции. Венгрия тогда входила в Австро-Венгерскую... Ну, тогда не называлась Австро-Венгерская, тогда скорее Священная Римская империя германской нации была. И Венгрия на стороне монархии Габсбургов выступала против протестантской Швеции, которая была выступала за права протестантов. И вот тогда действительно была война. Но прям чтобы шведы и венгры друг с другом воевали, тем более это было не в 650 году до нашей эры, а в 17 веке. Ну, опосредованно можно и Вторую мировую к этому приплести, правда, там шведские войска, по-моему, вообще в боевых действиях не участвовали ни в каком виде, вообще, по-моему, Швеция нейтралитет сохраняла. Ну и за польский престол еще были столкновения, в том плане, что шведский король Сигизмунд Ваза был выбран на престол Речи Посполитой. Кстати, у меня в этой партии Польша где-то должна быть, мы ее должны найти. Выбран на престол Речи Посполитой, правда, через год он лишился шведского престола все равно. Но соперником Вазы был и император Священной Римской империи, который, считайте, был королем Венгрии. Тоже такое мини-столкновение. В данном случае венгры просто мне объявили войну. Просто вот лишь бы повоевать. Расселение практически закончено у меня, но мне надо вот еще здесь все-таки город поставить. Мне надо и коммерческие районы добить. Сколько у нас до героического века? 8 ходов осталось. Строю всадников, строю гавани. Я боюсь, чтобы мне еще Алиенора войну не объявила, поэтому, видите, я тут подвожу мечников к линчопингу, например. Ну, в это время Элеонора мне тут разносит религию, меня это вполне устраивает. Так, здесь под Магнусом мы вырубаем всякое. Давайте глянем, может, еще какой... Давайте, может, сразу... А, у меня тут стоит в очереди район, собственно, сейчас построится всадник и пойдет на театралочку. Так как я пытаюсь все-таки через культурную победу сыграть, то кампусы я откладываю. Может быть, вот здесь где-то построю кампусы. Ну, тут, например, вот тут, конечно, нужен кампус, но не скоро. И основная наука у меня будет в героическом веке идти от соседства коммерческих зон и гаваней. Поэтому именно их я строю, а основной фокус строительства районов сейчас будет на театральной площади. К сожалению, не найдено еще ни одной театральной ГГшки. Правда, вот ФЕС есть, научная на будущее. И три религиозных, они тоже понадобятся. Нам понадобятся и священные районы тоже. Возможно, вот здесь в ромашке я их вокруг сделаю. Так. Мы тут, да, этот вырубил, еще один заряд. Давайте, наверное, лошадей вот этих обработаем. Лошадка тут... Ну, венгру тяжело, конечно, на меня тут нападать. То есть, вот тут проход единственный, и вот тут. Здесь вообще в одну клетку. Я бы даже, наверное, вот так встал. Точнее, тут в две клетки, тут очень тяжело. Все тут пойдет какие-то войсками, мне тут нормально будет отбиваться. Я так вот встану, чтобы следить просто за... Ну и смотрите, тоже исторично, католицизм и православие борются за гегемонию в Швеции. Ну, в Швеции, конечно, еще протестантизм должен где-то быть, еще должны протестанты прибыть. Но, в принципе, вот православие из России и католицизм из Англии.
сталкиваются. Давайте-ка еще глянем, что мне выгоднее. Католицизм, храмы и святилища пищу дают, и в ад, который дает веру и науку. Ну, так себе. Православие, все чудеса света дают плюс 4 веры, и синагога плюс... Ну, вы знаете, возможно, даже православие получше. Я просто надеюсь, что я все-таки чудеса на культуру построю. Так, тут отступаем потихоньку. Это меня Канди атакует дуболомами. Это не страшно. Дуболомы — это не страшно. Тут меня так... Я не хочу тратить пока деньги и железо. Тут коляска против дуболома не особо сильна. Поэтому... Вот тут жалко, конечно, меня словил моего скаута. Вот скауту уже никуда не деться. Он его тут убьет в итоге. Это жалко. Тут засуха не особо страшна. Во, закончилась дружба с Алеонорой. Давайте попробуем ее продолжить. Отлично. Все, Алеонора уже мне войну не объявит. Это хорошо. Это очень хорошо. Киты у меня тоже есть. Мне торговать нечем. Я там сейчас с кем-то торгую уже. Виктор в Упсале занял. Ну, тут проблема, что у меня лояльность была низкая. Поэтому я сюда отправил. Ну, в общем, вот сюда надо город поставить еще. И на этом мы закончим. Гильдии ускорены. Блин, ну вот я строительство открываю, которые ускорят игры и развлечения. И нету никаких вариантов. Давайте я, наверное, вот так сделаю. Открою мистицизм. Пускай. Быстренько он откроется. А строительство... И пойду в теологию. А строительством я ускорю... Ну вот оборонительная тактика заодно прокачалась, когда мне венгер объявил войну. Так, смотрим. Что после все, хана. Джибель Баркал, ну, это не особо важно. Тут же не обработан у меня. Нет, не обработан. Ему тут воровать нечего. Опять мегаизвержение, хрена себе. Это уже второй вулкан. 9 клеток улучшена плодородность. Слушайте, ну тут я прям сейчас это... Может, мне эти клетки и не обрабатывать? I like to say I practice militant mysticism. Они и так будут постоянно все... О, еще науку получил. Просто если я поставлю здесь кампус, он будет уничтожен, я боюсь. Так, здесь стоим в защите. Здесь подходим. Так, здесь я вот сюда подойду, потому что отсюда буду прачником атаковать. Только апну его. Ну что, кого проатакуем? Колясочку. Этой лошадью сюда подойду. Надо Канди тоже контролировать. Пока никуда не отправляю послов. Поменять. Может, мне уже хватит? Всадников, я вот думаю. То есть я тут не собираюсь ни на кого нападать, да? То есть прям офигительно много армии мне не надо. Мне нужно районы строить. Поэтому я думаю, что... Тем более, что, видите, Алеонора мне не грозит в ближайшие 20 ходов, как мы заключили дружбу. Тут вот клетки были. Одна еда, одно производство изначально. А теперь тут уже три еды, три производства без ничего после этих извержений. С одной стороны, ничего не построишь, а с другой стороны, вот такие... Бонусы — это очень-очень неплохо. Давайте, может, мы тут
поселенцы все-таки. Блин, 15 годов поселенец. А в столице 7. Он от столицы так долго идти будет. Я вот зачем деньги оставляю торговцев покупать. Ладно, давайте тут поселенца. Откуда у меня торговцы вообще бегают уже? Из Вестероса, из Хальмстада. Надо из Упсалы, наверное, отправить. Или из Норчопинга отправить. Как раз дорогу проведу для этого поселенца, чтобы он вот так... Ладно, давайте из Норчопинга тогда, пожалуй. Купаем торговца. Так, здесь у нас центр коммерции достроился, строим рынок. Постепенно, пока не апаю прачников в... Не апаю прачников в лучников. Не особо это надо здесь. Так, в Вестеросе гавань завершена. Давайте маяк. Пока монумент. Монумент бы, конечно, хотелось, но пока отложим это дело. И в очередь центр коммерции. Так, здесь мы удаляем эти метки. Ну, в принципе, строительство сейчас откроем. Так. Поменять надо ли? Да, я хотел поменять все-таки здесь. Блин, еще и на строительство стоит. Ну вот юниты уже требуют содержания, поэтому я, пожалуй, воинскую повинность поставлю. А так как у нас уже три... А, блин, я не смогу поселенца строить, если я черную карточку поставлю. Ё-моё. Может, пока отложить здесь этот город? Я не думаю, что венгр... Хотя, может, и поспешить. У него в Венгрии тут не так много территории. Просто карточка хорошая. 7 ходов строится. Вот купить дорого стоит поселенца. 640. Ладно, я, пожалуй, отложу все-таки до темного, до героического века. Поэтому... Так, строители где-то у нас тут строятся еще. Вот в одном городе и во втором. Только в двух городах строители строятся. Поэтому, пожалуй, я все-таки ставлю здесь изоляционизм. Здесь ставлю содержание юнитов. И, наверное, тогда создание строителей вместо вот поселенцев. Ну, потому что поселенцы сейчас не могут создаваться, приобретаться, основываться новые города. Тогда в столице. Тут можно убирать поселенца. В столице что у нас? Амбар. Давайте строителя тогда. Вообще тут надо расти, для того, чтобы гавань поставить. А строитель у нас... А, вот сюда, видите, как раз идет строитель, чтобы для юнчопинга убрать... Здесь будет коммерческий район юнчопинга. Блин, 9 клеток. А где вот эти 9 клеток? Ну вот, 5 клеток вокруг, предположим, да? Какие еще 9 клеток улучшились? Тут, что ли, где-то? Непонятненько, ладно. Продолжаем. Вот теперь, я думаю, можно в мечника апнуть. Что... Опа, Канди вообще поплыла такая брасом. People who cannot find time for recreation are sooner or later to find time for illness. Так, игры развлечения открылись за счет того, что строительство. Плюс один к жилью. Create with the heart. Build with the mind. Осадная башня, терракотовая армия. Так, ну давайте после строительства. Древние стены. Ну, тематику откроем. Что-то ученичество. Даже рудники еще не построены до сих пор.
Я как-то в расселение больше. Так, воевающий против антикавалерии, либо против дальнобойных и осадных. Давайте раз каковые лошади. Этого апгрейдим. Так. Здесь я, наверное, тоже апну все-таки в лучников уже. Не знаю, где она хочет, где они сейчас хотят высаживаться. Вот оставлю эту место, чтобы как раз атака с флангов была. Блин, надо стены где-то построить. Может, в Упсале вместо монумента стены пока лучше сделать. 10 ходов, правда. Вот так, 8 ходов. 3 хода рост, 8 ходов. Нормально. Так, пряности есть. Везде у меня счастье нормальное идет. Так, из Норчопинга в Стокгольм я все-таки отправлю. Блин, может... Вот теперь надо уже из Упсалы. Теперь уже нету смысла из Норчопинга. Надо теперь из Упсалы отправлять. Караванчик. Блин, эти песнопения Маури. Так, как скоро у меня еще один караван может быть? 8 ходов рынок. В Йончопинге. Центр коммерции надо строить. Давайте вырубаю. Ага, не относится к Йончопингу сейчас. Передадим. Вырубим. И строим центр коммерции. 5 ходов. Здесь нормальное будет соседство, тут еще вот эти две гавани, то есть пока плюс один, но со временем очень неплохое все это соседство будет. Так, 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 здесь мы воюем. Вестерос 4, пройдемся по городам. Да, важно, чтобы Стокгольм рос, ладно, оставим чисто на рост. Тут еда и производство. Еда, производство. 7.1. Давайте просто даже на производство поставим. Тут просто надо вырубить вот этот болото и рис. Но мы в очередь пока здесь гавань сделаем. Тут в очереди будет гавань, потому что два хода... Блин, 18 ходов. А чё так долго? Тут производства вообще нету. Надо тут шахты сделать будет. Надо сделать будет шахты. Так, в Карлстате поставили гавань. Еда, производство. А чё Гетеборг не растет? А если так, сделаем 35 ходов. Воу. Так, тут тоже нужны какие-то... Фермы, что ли? Вот тут фермы, наверное, надо будет забахать. Давайте, может, тоже в очередь рабочего. Ну, совсем как-то... Нет, не буду пока ничего менять, надо строителей делать. Так, ну тогда, значит, тапаем в лучника. Еще одного надо будет апнуть для ускорения машиностроение. Так, нафига я теологию открываю дальше? Ну что, не высадился тут вон? Разведчик Мали помешал Канди высадке. Прям морской десант, смотрите. 500-й год до нашей эры, а венгры уже знают технологию морского десанта. Так. Феодализм идем. Здесь убиваем коляску. Убиваем дуболома. Лошадкой, наверное, сюда идем.
Негде тебе тут высаживаться. Так, тут получаем черепаху. Из Упсалы отправляем в Стокгольм. Сколько стены строится? 4 хода. Даже быстрее будет, потому что город сейчас расти будет. Ну, отличненько. Отличненько. Прям мне тут все нравится. Еще лошадка прибежала, тыгодымская. Так. Лучникам подходим. Сколько будет стоить, интересно, караван? 125. Да, в принципе, могу апнуть последнего, чтобы получить уже ускорение. Что мы будем в Стокгольме обрабатывать этим? Не растет город. Поэтому я думаю, надо вот здесь фермы делать. Три фермы, как минимум. Давайте еще одного рабочего. Будем шахты ставить. Где у меня лян? Или я лян еще не взял? А, я еще не взял лян. Так. Тогда ладно. Здесь пропускаем вход. Здесь обрабатываем кофеек. Кстати, я сейчас сижу, кофеек попиваю. Я обрабатываю кофеек в игре. Вау! Надо обработать кофеек, потом идти здесь вырубать. Да, и там кампус сделать. Значит, у меня раз, два, три хода. Три хода. Это еще одного строителя. Здорово. О, первую ГГшку, по-моему, захватили. По-моему, до этого еще ни одного не было, типа город-государство побежден. Ну, зовут в настолку сыграть. Ну, пожалуй. Пожалуй, заканчиваем ход. Приблизительный план. Вот жалко, вот тут я все-таки не успел город поставить. Я боюсь, что может сюда венгер влезть. Эти уже венгер отступает. Поэтому тут постоим. Математика. Все морские юниты к перемещению. Так, что дальше откроем? Ну, давайте два хода. Можно, пожалуй, лучника сделать. Ускорим. Так, сколько у нас? Три хода до стен. Ну, нормально. Что нам еще тут надо ускорять? Ну, рудники надо строить, несомненно. Великого ученого. Это не скоро. Это не скоро. Ведь я по науке отстаю. Но я думаю, что в героическом веке немножко выровняется. 48, 42. Но это не сильно. 40. Это, прямо скажем, не сильное отставание. Еще и венгер первый по науке, кстати. Если он придет сейчас рыцарями, будет немного больно. Но пока стоим. Так, лучники. Вперед. Знаете, наверное, этого прачника, вот не знаю, в Карлстад или в Гетеборг. В Карлстаде могут быть тут всякие варвары, но я думаю, что они скорее к Фесу попрутся, чем к Карлстаду. Поэтому давайте в Гетеборг. Блин, хотя к Норчопингу еще могут, например, венгры тут вот просачиваться. Эй, компьютер, он же такой, он как уж лезет во всякие места. Ладно, давайте к Норчопингу тогда. Ускорим машиностроение. В Норчопинге недостаточно жилья. Дальше здесь, значит, кофе обрабатываем. Здесь начинаем фермы строить. Надо покупать клеточки.
Через два хода будет еще один. Еще один караван можно будет купить. Мне надо 125 денег, чтобы было. Очень медленно Стокгольм растет из-за нехватки еды, в принципе, здесь. Так, здесь вырубаем рисик. Тут, конечно, надо эти как раз шахты сделать. В Карлстаде очень неплохо будет производство. Есть с кем-нибудь поменяться чем-нибудь? Сахар. Да, только у меня всего по одному. Сахар у Петра, слоновая кость у Петра, мрамор у норвежцев. Ну ладно. Так, Вестерос уже не может расти. Пока так. Может, венгр, хочешь мир заключить? Это религии нет. Ты же сама меня обращаешь вон в истинный католицизм. Еще одну ГГшку захватили. Так. Матиш, когда мы с тобой мир можем? Во. Ничего не хватит. Подождите. Может, ты мне алмазы дашь? Нет, он просто не хочет идти на мир. Ладно. Видимо, ждем вторую волну армии. Сколько у него вообще военная мощь? Там норвежец, как всегда. Ну, 763, кстати, и не то чтобы прям офигительно много. О, тут у нас Канди на воде. Прям просит, чтобы юниты были убиты. Блин, надо было подвинуться лучник. Ну ладно, все равно стрелять не мог. Следующим ходом так сделаем, двумя лучниками будем атаковать. Ну-ка посмотрим, что у нас тут вообще творится. Немножко выдвинемся вперед, перекроем вот эти две клетки прохода. Давайте пока инженерное дело отложим. Еще работничек. Блин, а когда тут Стокгольм клетки добавит? Два хода. Давайте тогда здесь шахту сделаем. Здесь вырубим болото. Что Стокгольм обрабатывает? Лес, болото. Ай, блин. Я просто не хочу клетки сейчас эти покупать. Мне нужны деньги, следующим ходом я караван куплю. И, кстати, из Стокгольма могу его и отправить. Сколько ходов? Три осталось. Ну, хоть два хода. Нет, даже не два, один ход побегает. Норчопинг у нас. Ну давайте шахты сделаю. Пока. А где у нас Магнус вообще сидит? Здесь. Вот тут еще есть что вырубать. Тут есть еще что вырубать. Так что давайте еще рабочего. То есть пока тут в Стокгольме не будет семи жителей, я думаю, что я тут буду рабочих строить. А под Магнусом еще есть что вырубить. Потом можно будет в Вестерос, наверное, пересаживать Магнуса. А, пока стоим. Тут сейчас вырубать будем. Не сейчас, а следующим ходом.
нормально, у меня со счастьем все хорошо, с ростом. У меня с ресурсами, вот место старта, я еще раз повторю, неплохое у меня оказалось. Для божества прям. Супер. Так, храм Минакши построили, мавзолей в Геликарнасе построили. О, уже арбалеты. Обороноспособность 100% при строительстве оборонительных зданий. Ну, нет, пока, наверное, все-таки содержание надо юнитов убирать. Так, сейчас здесь делаем так, так и так. Этот умер. Они только палась у вас будут, они какой-то... Кстати, а есть у Венгрии... Вот жалко, что у Венгрии не дают название... Ну, в шестой цифре не дают название озерам. Потому что у Венгрии должно быть озеро Балатон. Где-нибудь вот тут. Я был на озере Балатон, между прочим. Когда-то в детстве. Это, по-моему... Самое большое озеро Европы, что ли? Ну, чем-то оно знаменито. Ну, давайте тут. Малое поражение, чё так? А, плюс 6 за идеальное место и плюс 4 за... Ну, все равно проатакуем. Тут холмы. Тут холмы. Тогда, значит, не будем пока лезть. Потому что сейчас арбалет может обстреливать меня, поэтому отступлю. Так, рудник. Здесь инженерное дело еще не ускорено. Здесь тоже будем рудник делать. Здесь обработаем янтарь. Заодно янтарем можно будет с кем-то поторговать. Здесь пошли вырубать леса в Гетеборге. Ага, могу еще какой-то... Надо ли мне здесь кампус ставить? Вот в чем вопрос. Я бы, может, священное место лучше поставить. Ну, я имею в виду вот в этой ромашке. Мне священные места тоже нужны. Религии. Одна еще только не основанная, но я думаю, что тут скоро будет у кого-то. Ну вот, неизвестный игрок какой-то. Следующим ходом, по идее, может быть религия. У Венгрии может быть религия. То есть я уже не успею религию основать. Но очки веры не помешают. Другое дело, что, конечно, лучше производственный район. Кстати, производственный тут и вот тут где-нибудь влезет. Тут так, вон, видите, холмы имеются. Так, у нас появился еще один караван. Давайте, наверное... Вот откуда его пустить? У нас Упсала, Вестерос и Хальмстад бегают. Может, из Йончопинга? Давайте, наверное, из Йончопинга. Из столицы все, ну, если бы больше ходов было, я бы из столицы пустил. Но тут скоро героический век уже. Так, вот теперь надо Лян куда-то назначать. Тут вопрос, где мы будем рабочих делать. Может пересадить Пингалу из Стокгольма? Не, ну Стокгольм расти надо. А туда Лян отправить. Да, наверное. Но с другой стороны, я Пингалу буду в Вестерос. Ладно, давайте в Вестерос пока. Лян. Чем меньше мы пересаживаем, потому что я Пингалу в Вестерос, а потом буду еще и Магнуса в Вестерос. То есть у меня слишком часто будут пересаживаться губернаторы. Так, вот первый кампус пошел. Ну, плюс 4 это все-таки, согласитесь, классная штука. Вот здесь у меня коммерческий район я хотел, по-моему. Потому что здесь как раз нету... Нету холма. А священное место
Тут тогда будет священное место хорошее, тоже плюс 2, например. Так, тогда здесь вырубаем. Строители завершены. Ну что, строить священное место? Я думаю, что все-таки надо. Я думаю, что все-таки надо. Или, блин, промышленную зону, блин. То есть я к тому, что тут-то священное место, я в этом месте, понятно. Но если я построю священное место, у меня закончится количество районов в Гетеборге. Что мне важнее, промышленную зону для Гетеборга или священное место? Мне кажется, все-таки промышленную зону. Все-таки промышленную зону. Так, тут я ничего менять не хочу. Оставляем. Поэтому строителей. Кстати, хочу посмотреть, по науке-то понятно, 48, это все приблизительно понятно. А вот что с культурой? 34, вот мне интересно, у первого места сколько. Даже главный мой конкурент будет. Так-то у меня 27, более-менее. Более-менее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Должно быть 20, напоминаю. Знаете, я даже вот сюда на холм встану. Ну, вообще, наверное, сюда прям пойду даже. Надо смотреть, чтобы тут венгры не перлись. Дидона. Кстати, а почему бы и не продать ей? Только не за право прохода. И вот денег дофига. Блин, 100 денег, то есть ты считаешь это хорошо. А ты вход что там предлагала? 6 вход, то есть 180. Ну, почему нет, кстати? Мне сейчас стратегические ресурсы не нужны, я не буду строить. Никакие юниты. О, сейчас можно этот арбалет будет проатаковать конем. Канди так и оставляет юниты, типа, убивайте меня полностью. Инженерное дело ускорено. Пошли в лучники. Феодализм, 6 ферм, 2 кампуса, религию, военный лагерь. Ну, без военного лагеря пока. Хотя тут вот где-то военный лагерь поставить в этих горах, и проход будет полностью перекрыт. Блин, а тут поровну-то. А он потом еще больно стрельнет по мне. Может не нападать пока? Может просто вот подвести коней, пускай он стоит, обстреливает их? Почему нет? Он же их убить не может. Так будем качаться тихонечко. Канди отлично армию сливает. Просто очень, очень люблю такие. Так, можно убирать. Давайте здесь ферму построим. Я, мне тут треугольничек нужен. Конечно. 45. Так, шахту. Есть, ускорили ученичество. Обработали янтарь. Давайте с Петром поторгуем. Янтарь на слонов, например, или на сахар. 8 золота вход. Слушай, ты какой-то жадный, хорошо. А кто у нас еще есть с ресурсами? Красители, гипс, опять же, у Петра. У венгра, у норвежца, по-моему, да, вот мрамор был. Еще и табак есть. 2,8. Черт, а чё вы такие жадные? Не понимаю. Черепахи у Дидоны, ну-ка. У него на алмазы еще есть. 1,7. Ну, это чуть меньше просит. Хорошо, а если я тебе еще лошадей дам, например. О, она согласна.
Может, ты мне еще денег тогда добавишь? Видимо, денег и... Не, вот уже что-то хочет. 4. 4 нормально, да? 4 монетки. 10 лошадей. Нормально. Это хорошая, нормально. Красивая девочка. Хотя вы в этой ФФА-сериале за Финикию говорите, что Дидона не настолько в шестой циве хуже, чем в пятой. Так, хорошо, поторговали. Ресурс выцегонили, буквально выцегонили, потому что за лошадей сейчас я тут ферму сделаю. Так, из Йончопинга в Стокгольм. Правда, один ход всего. Ну, средневековые ярмарки ускорили. Мне на самом деле надо исторические хроники. Мне на самом деле гильдии надо открыть. За плюс 100% населения города десятку и два кампуса. Ну ладно, это я сейчас начну открывать и так. Гильдии надо открыть, чтобы получить плюс 100% к соседству коммерческих районов. Давайте этого, наверное, сюда. Так, три хода. Ну, давайте сюда обработаем кофе, а этого сюда шахты построим. Так, рынок. Ну и пока все. Пока все. Нормально. Нормально, мне тут пока нравится все. Как там венгр мир со мной захочет, интересно. Сейчас посмотрим. О, арбалет отошел. Подошел, отошел. Е. Средневековье. One man's magic. Мы в героическом веке средневековья. Кроме нас только купе и золотые века у Канады и Англии. У всех остальных жопа началась. Ну вот, вот откуда я собираюсь науку брать. Видите, бонус за соседство центра коммерции гавани дает не только золото, но и науку. Естественно. Плюс культуру за каждый специализированный район. Вот для этого я еще и районы строил. Ну и монументальность просто для того, чтобы лучше развивать наши города. Ну, добиваем. Добиваем армию Канди. Венгр не созрел еще на мир-то. Нет, не созрел. Жаль, жаль. Так, тут вроде никто никуда не идет. Это хорошо. Так, надо поменять карточку. Что поставим? Может, уже на чудеса как-то нацелиться? Я, конечно, ну, строители в любом случае нужны. Может, поставить уже на поселенца и... Блин, с другой стороны... Не знаю пока с поселенцем. С поселенцем пока не знаю. Морское судоходство. Так, вот, давайте я поставлю 100%, может, и мы здесь попробуем две галеры, 7 ходов. А так они будут у себя гавань отложу. Построим. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Быстренько. Так, морское судоходство плюс 100% создание морских юнитов. Это и очки эпохи даст, и продвинет судостроение. Так что это надо в любом случае. Здесь...
Вообще, давайте я ученичество открою. И на один ход отложу вырубку. То, что я хочу открыть промышленную зону и в Гетеборге уже ее построить. Надо понять, где. Так, стоп, у меня монументальность-то принята. То есть это пока не сейчас еще строители. На этот ход у них только два перемещения, да. Сколько зарядов? Один. Ну, здесь давайте сюда подойдем. Те, все для Стокгольма фермы ставлю. Чтобы он рос. Вот здесь поставим тоже. Тут комнату тоже какой-то надо будет райончик в будущем. Может, какую-нибудь театральную площадь для норчопинга, предположим. Ну, давайте так пометим. Здесь у нас, возможно, театральная площадь. В Стокгольме. Ну, блин. Амбар одну пищу дает. Как бы для роста тут конкретно строители нужны, чтобы именно фермы строить. Это намного быстрее будет город выращивать. Амбар. Вот здесь можно амбар поставить, потому что даже с губернатором уже почти до предела жилья дошло. Тем более мне надо как бы один ход подождать до промышленной зоны. Здесь монумент завершили. Ну и здесь нужен строитель. Везде строители нужны. А здесь мы прям конкретно покупаем... А, еще Лян не прибыла. Ждем прибытия Лян. Нехватка жилья. Ну, я думаю, что с прибытием Лян эта нехватка жилья там решится. О, слушайте, надо стратегическими ресурсами, кстати, торговать по увереннее. Ну ладно, я приму, что, 6 монет, 3... Ход это еще 90. Нормально. Надо кому-то лошадей продать. Это, конечно, беззащитными. Один город на море. Какие мои моря тут. Так, первое голосование. У меня, правда, мало дипломатических очков, потому что еще никаких великих людей не насобирал. Ну, оба голосования. Ну, давайте я тут за себя проголосую. А тут осуждать юниты, я даже не знаю. Давайте иудаизм будем осуждать. Не хочу ни православия, ни католицизм. И результат. Мои города осуществляют культурный захват. То есть все за себя отдали по одному голосу, да? Ну, здорово. Вместо того, чтобы осуждать иудаизм, плюс 10 к мощи. Иудаизм. Ну, отлично. Мне нравится. We're all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Так, рудник дает
производство. Здесь пока феодализм надо отложить, потому что я 6 ферм собираюсь построить, а вот в госслужбу надо выходить. Госслужба и потом гильдия. Ну и где меня тут культурный захват могут? Ну вот, коммерческие районы сейчас строят, тут может культурный захват произойти, да. Канди, тебе не надоело тут юниты терять? Нет, я, конечно, не против, но... Выглядит подозрительно. Так, давайте посмотрим, где мы тут можем промышленную зону красиво бахнуть. Так, давайте подумаем. Тут у нас холмы. Тут холмы. Равнина. А тут все в холмах, да? То есть вот здесь промышленная зона будет плюс 3 иметь. Здесь, правда, тоже. А, нет, не будет. Тут только плюс 2. Ну, давайте, значит, здесь. Следующим ходом перемещусь. Пока, значит, откладываем. Здесь шахту. Здесь кофеек. Так, могу торговать. С кем поторгуем? Табак у норвежца есть. Хлопок у кана... Вот, у Мали хлопок. Это надо... Ну... Выгоднее торговать, с кем у вас лучшие отношения. 8-2. Что-то как-то... Хорошо, а канадец? Что даст? А, он так согласен. Нифига себе. Вот еще даже я у него сейчас попрошу денег. Я говорил, лучше торговать, с кем у вас лучшие отношения, а Мали оказался жматом. Но с другой стороны, это у него может прописано в характере, он же там на деньги играет. Все только кучу бабла продаю, ресурсы. Такой скупердяй, дяденька Скрудж. За 30-ку, короче. Ладно, согласен. Это хорошее предложение, нормально. Манса Муса объявил войну Канди. А чё это он? Может, Манса Муса... А, так он вот тут где-то и есть, вот его границы. А. Это интересно. Это интересно. Но мне очень хочется... Я вот сейчас иду в союзы, мне очень хочется союз, конечно, с Алиенорой заключить. Так. Караванчик. Я могу, конечно, караван купить за религию, но я лучше его пока оставлю... 135. Я его куплю за деньги. Монумент, амбар. Давайте, наверное, амбар здесь. Тут у меня не скоро еще будет. Этот. Губернатор. Ученичество открыли. Великого ученого вряд ли. Две галеры я строю. Так, машиностроение надо открыть. Акведук нужен. Форма правления и феодализм ускорить. Рыцарь я бы тоже открыл, конечно. Так, кому мы можем продать лошадей? У кого лошадей у нас мало? У норвежца, да? Нет, у норвежца есть. Вот, блин, почему они тут в разные... Вот кого сейчас нету здесь? Русский есть, Мали... Есть. Купы. Купы нету. Видите, они в разном
разной последовательности почему-то. Что за бред? Так, купы, хочешь лошадок? 25 штук, например. А. Тебе не так они сильно нужны, видимо, да? За одну монету? То есть тебе лошади вообще не нужны, я так понял. Ладно. А у кого их мало, например? Вот. С канадцем можем поторговать? Нужны ему лошади? О, ему, судя по всему, нужны. Ну вот давайте так. Еще могу Дидони попробовать. Тоже есть неплохое предложение. Нормально. Мы тут великие коневоды. Вон, я уже от торговли имею 11-17 золота в ход. Чисто от торговли ресурсами. Отлично. Что-то Леонора... Кавецме с гранциотац, прес де ностра фронтьера коммунал... Ай, си ком розас, эспендидас эн ун верджер. Ком эс деличус. Какая-то восторженная идиотка, да? Мали расширяется. Но мне надо все равно города ставить. Во. А вот и венгер подошел, не успел я туда встать. Remember that people break down too. I've lived through some terrible things in my life. Some of which actually happened. Так, бонус соседства для кампуса. Пока не ставим. У меня только один кампус. Правда, он еще плюс 4 я тогда получу, но... Давайте-ка глянем по науке, что у нас стало. Ну вот, видите, у меня 48, а у самого большого 52 науки. Несмотря на то, что я кампусы вообще не строю. Ну, один кампус. Это нормально. Так, что нам здесь лучше обработать? Камень не хочу. Ладно, давайте тут шахту сделаем. Здесь шахту, значит, здесь я хочу вырубить, поставить. Правда, деньги копил на караван, но что поделать. Промышленную зону. Так, Лян еще один ход прибывает. И... Блин, взять... Взять еще одного губернатора или лучше апнуть Пингалу на культуру? Наверное, все-таки губернатора. В Йенчепинг. Или в Норчопинг. Наверное, в Норчопинг. Мало растет. Так, ничего не мало жилья. Так, есть. О, можем попросить гуманитарную помощь. Да, 31 с мирового влияния, но гуманитарная помощь того стоит. Пошли в госслужбу. Я очень надеюсь на союз с Алеонорой. Если я смогу с ней заключить культурный союз, это будет очень круто. Я начну к ней караваны отправлять. Я, в принципе, все ее города даже вижу, они довольно близко. Так, венгер, ты не хочешь под
Требовать обещания? Нет, давайте заключите мир. О, он уже деньги. Так, по-моему, мне говорили, что если это все поотменять, то он все равно примет, нет? Нет, не примет. Не, ну я не хочу, зачем мне ему платить? Что он мне тут может сейчас сделать на данный момент? Ничего. Конечно, больно ударит лучника, но не убьет. Так, ну что тут борьба католицизма с православием? Как вообще по религиям тут? Иудаизм, индуизм. 8 городов, православие 19, католицизм 16, протестантизм 17. Видите, христианство просто тотально. Иудаизм всего 4 города. И сексизм. Короче, жалко, что христианство разделилось. Видите, христианство аж в 35, 45, в 52 городах христианство. А кто у нас этот протестант? Норвежец. А, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, что тут болото? Будем ли мы болото вырубать? Чтобы поставить ферму. Я пока, наверное, не буду. Пока не буду. Вот тут надо болото вырубить. Ладно, наверное, куплю. Жалко деньги тратить, с одной стороны, а с другой, ну, надо. Это надо тут убирать. Вот, 7 жителей. И ставим ферму. Так, мне еще 2 фермы надо для ускорения феодализма. Здесь в очередь ставим гавань. Эти плюс 3 соседства. Так, ну, вроде все путем. Кампус завершен. Давайте библиотеку уже строить. Я, наверное, в Фес отправлю одного посла. Ну, когда библиотека построится. И в Винчопинге и в Упсале вот эту купить вот здесь. Построить кампус. Вообще плюс 5, да? Вообще офигительный кампус будет. Так, пока военную инженерию потихоньку начинаем открывать. Ну и на этом пока я третью серию заканчиваю. Мои спонсоры видят все серии сразу, а подписчики по одной в день. Спасибо, что смотрите. Ваши комментарии, надеюсь, интересные появляются. О, давайте как раз голосование проходит. Посмотрим, проголосуют ли за то, чтобы мне помочь. Наверное, единственный, кто будет против голосовать, это венгер. Я так понимаю, что это... Вот, да, принято. Все вообще заголосовали, кто там есть в этом кризисе участвующим. Галеру построили. Все прям участвуют. Видите, а... Это после патча появилось, что с кем в войне, он минус 30 сразу получает к дипломатической. Ну и будут они сейчас мне потихонечку денежки присылать, что тоже неплохо. Ну, всем пока. Приходите на следующую серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!